что они здесь приехали, они хотели сварщиком работать, они приехали к человечеству. Ну, хотели вот что-то сварить тут еще. Ну, выпили немножко, они такие уж пьяные здесь были, судя по тому, что вот эти. И мы не знаем, что там произошло. Он, может, курил там, упал что-нибудь. Вряд ли он курил. Угу. То есть он вообще не курящий? Нет, он курящий, просто в доме не курили, угу. И он, естественно, не будет в чужом доме курить. Угу. Понятно. И тлело, потому что все тлело, не горело, тлело. Угу. 6 утра дым пошел. 6 утра, говорит, видела дым из трубы? Вот мы в Питере были, на балет поехали. И, говорит, видит дым валит из трубы. Вот она, говорит, я, говорит, что так рано топит-то? Ну, она, ну, не предала, мало ли. Могли встать, холодно, затопили. Вот, скорее всего, не топили печку, мы так подозреваем. Ну, и потом, говорит, 8 часов, я, говорит, это вижу уже из крыши дыма, из-под крыши дыма. Она пошла сюда, дверь открыла, двери все открыты, все, говорит, открыла дверь. Внутри все черное. Черный, говорит. Я, ну, человек, сельский житель, понимает, что кислорода доступ сразу все воспламенится. Она быстро закрыла, знает, что Игорь вот здесь, он всегда тут любит. Приедет, быстро там нам копеечку затопит. Она пошла сюда, он спит здесь. Она ему сказала, он еще туда побежал. Пытался, чуть сам там не задохнулся. Его выволакивали, говорят, оттуда. Ну, его на скорую увезли, но там речь, говорит, соединилась, муж нахлебался дыма, говорит, самого откачивали. Он пытался его спасти. Вот. Ну, Игорю 38, а там он лет 37. Вот, что-то выпили, он курить любил, может, курил там. Сигареты там полазы везде, все. Наверное, тлело. Почему? Думаете, я думала, что он... Ну, самое главное сейчас, сами знаете, угарный газ. Отдохнулся, потом ничего не делает. Дом, конечно, очень большой и дорогой. А был хороший дом, да? Очень хороший дом. Деревянный, кирпичом обложенный, стекло, паркет, все как положено. У нас где-то есть у Ларисы фотография. Какой дом? У нас тут и розы, и все. Он здесь не жил, а просто приехали отдохнуть, да, на выходные? Ну, он приезжал чаще, чем мы. Постоянно следил собака. Там часто. Через день где-то ездил на автобусе, когда с женой он на машине. Он сам не ездил за рулем, жена возила. Так что так. Вот они хотели что-то тут сварить. Переночевать, вот выпить немножко, а на следующий день это, что-нибудь тут сделать. Ну, вот. Как человек он хороший, да? Очень хороший человек. Такой порядочный. Ничего плохого не могу сказать. Не знаю. Мы должны были, что там такое, от чего там, я не знаю. Ну, раз он около печки лежит, что-то там сказали, ему не подходили. Полз, наверное, может, на диване у нас там, с дивана стояли, кровать. Не знаю.